пользуясь случаем, хочу принести свои слова благодарности нашей администрации и лично главе города. Я хочу сейчас пояснить, почему. Практически 90% участниц соревнований – это гимнастки муниципальных школ наших регионов России. И я благодарна судьбе, что наш глава города очень хорошо понимает, насколько важно, чтобы в каждом городе были свои муниципальные школы. И я желаю всем регионам, чтобы ваши главы поддерживали также спортсменов на конкурсах, которые намеренно задумываются в нашей администрации, помогали им и морально, и помогали, конечно, материально. И эти конкурсы вдохновляют спортсменов на самые высокие достижения. И когда наши спортсмены получают призы, получают награды из рук главы города, который у нас очень хорошо относится к спорту, сам человек спортивный, это дорого стоит. Поэтому мы признательны за то, что вы сохраняете, Владимир Николаевич, традиции. Надеюсь, что будете их только продолжать в будущем. И вам от Иванова, и думаю, что меня поддержат мои коллеги, просто громко аплодисментов. Спасибо вам за ваш труд.